Прошло 3 года. Лука работал в Доме культуры, занимался снова оформлением декораций для следующего концерта. Джакета наблюдал за стараниями парня, помнил его совсем юным мальчуганом, из которого вырос этот энергичный парень. «Так, декорация должна показывать стиль, который будет исполнять в этот день», — напомнила работникам Куфан. «Хе, а ты лучше справляешься, Лука. Даже и не знал, что у тебя есть способность понимать таких людей», — подошел к нему Джакет. «Но это моя работа, и сами вы должны понимать, что концерт на улице, плюс это Евровидение, самое важное и наилучшее, что мы можем всем показать. Знаешь, Лука, я никогда особо не понимал людей, которым нравится такая вот разная музыка. Может, это и лучше, чем на одном певце зацикливаться. Что вы, Джекет? Мне иногда фанатки надоедают, если честно. Да я немного свободна, но у нас гражданский брак. Так и хочется уйти на пенсию и отдохнуть». Саз затянул потуже веревку. После работы Куфан вернулся в небольшой отель Мари. Маринет снова делала заказы на изготовление нового номера. Плюс сегодня купила еще дом, чтобы сделать из него побольше отель. Лука был удивлен, когда увидел планировку на крыше. Да, чтобы был с эффектом горы. Конечно, альпинистам нужен иногда адреналин, сами понимаете, — разговаривала по телефону Дипеджин. Нет, нужно окно сделать и в полу. Конечно, не весь пол, а то люди будут смотреть на него. «Да, хорошо. До свидания», — отключила телефон. «Уф, что за люди пошли?» «Что-то не так, милая?» «Да требует новых мест», — легла на диванчике. «А как ты хотела угодить клиента?» — присела рядом. «Легко сказать». Лука улыбнулся. «А как дела идут по поводу этого важного концерта?» — поинтересовалась Маринет. «Уже подходим к концу оформления. Стараемся поглядывать на хорошую погоду. И то даже Джакет не успевает, когда я уже в другом месте нахожусь». «Хе, за молодыми не угадаться уже», — улыбнулась. «Это уж точно. Идут намеки на то, что ему нужен преемник. Многие пишут по этому поводу, что ему пора идти на пенсию. Хе, ну иногда и не хотят отпускать такую знаменитость с эстрады. Просто ему уже тяжело справляться с обязанностями в этом доме. Даже если выберет меня, то не знаю, справлюсь я с такими делами», — забеспокоился Лука. «Ты справишься, Луки. Я и сама не знала, что я смогу справиться с этими новыми делами», — вздохнула и присела. «Знаешь, я тоже верю в тебя», — улыбнулась. «Правда?» «Да», — Куфана улыбнулся в ответ. «Все будет хорошо, милый», — прислонилась к парню Дипеджин. «И всегда буду с тобой, Мари», — обнял он ее. Настал день Евровидения. Джекет сам волновался, что может пойти не так, когда будет идти трансляция по всем странам. Лука и его группа была готова выступить. Они выиграли конкурс в своей стране на главном концерте, чтобы выступить за честь своей страны. Маринетта выступала теперь в роли певицы вместо Роуз. Сама Роуз погибла в авиакатастрофе 1,5 года назад. «Так, ребята, главное не оплошаться. Нас поставили выступить за нашу страну», — сказала Маринетта. «Ага, как бы нам не пришлось спасать весь концерт от темной акумы», — напомнила Джулика. «Не волнуйся, сама бражницы уже давно нет. Уехала куда-то, а вот талисманы не сможет использовать, если наши силы талисманы здесь», — напомнила ей Маринет. «Без талисманов ей все равно не спасти бывшего пражника Габриэля», — сказал Айвен. «Ни одного раз хватило, отправите его во свояси», — сказала Маринет. «Ага, только у кого-то просто негатив накопился больше всего», — Лука посмотрел на собравшихся. «Столько народа на площади. Не думала, что они хотят встретить еще и нас, героев». Девушки хихикнули. Кот-народ спустился к ним.
«Привет, откуда их столько?» – поинтересовался кот. Мы и сами в шоке. Джалека видела многих людей. «Где у вас туалет?» – спросил турист. «Туда», – направил туриста Лука. «Ох, эти туристы! Меня уже затискали, особенно за уши дети проверяли». Кот увидел их снова. «Ах, меня затискали!» – побежал. «Ловите его!» Дети побежали за ним. Четверка засмеялась. Концерт прошел на ура. Франция заняла второе место, не смогла одолеть Италию. Группа Электрокитти не особо расстроилась. Но зато они сумели выступить ради своей родины. В комнате Маринетты и Лука снова уединились. «Ты держалась молодцом, Мари!» – расстегнул сзади ее платье. «Эх, жалко, что не первое место заняли. Хотя я боялась другого, что многие займут наше место. И то Россия заняла 5-е место. Мне это не сильно волнует, Мари. Ведь мы всегда должны поддерживать себя, всегда. Только жалко, что так и не выступили в тех костюмах, что ты соткала. Просто я на всякий случай шила их. Только кому-то придет в голову в них выступить. Да и мы всегда готовы. Просто пока не было возможности придумать что-то новенькое», — приделся Лука. «Ну да, можно и так сказать», — накинула халат Маринет на себя. Кофена обнял сзади девушку. «Знаешь, Мари, мы давно с тобой живем, но нам пора думать о семейной жизни. Мама моя хочет уже внуков повидать, хотя бы от меня. Она даже говорит, что мы уже денег подкопили. Пора думать о них. Нянчить хочет». «Скучно ей стало жить одной?» — улыбнулась ехидная Дебаджан. «Да, она одна живет теперь. Но она точно знает, что от Джули внуков не дождется. И ты прекрасно знаешь об этом. Ей нужно время, чтобы понять, что ее подруги давно не стало. Как и я не могла сразу прийти в себя. Я ее понимаю». Лука развернул к себе Маринет, и она повалила его на кровать. Но тот свалил ее на себя. «Ах ты, лисенок!» — хихикнула девушка. «Хе-хе, конечно!» — не отпускал ее. «Сас, давай уйдем!» Полетела в другую комнату Тики. Сас полетел за ней. «Знаешь, Тики, мы остались без работы!» — приземлился на стол к вами змея. «Знаю! Но иногда лучше отдохнуть, чем трудиться чуть не каждый день. Да и нашим пора жить нормально. А то так и семью не создадут», — приземлилась рядом красная квами. «Стоп! А кто будет нашим хранителем?» «Уже нашли. Просто для Маринетты это куда сложнее, чем новая жизнь. Если бы Лука не забрал под свое крыло и под свое сердце, то она бы им и стала, отказавшись от всего. Ее родителям пришлось бы искать и другой способ, чтобы продолжить род». «Да, я согласна с тобой. Но что нам делать?» «Будем телохранителями для малышей. Все равно мы не можем спать спокойно, пока не найдется талисман барашника». «Согласна». Утром проснулась первым Маринет, она увидела сообщение Луки от сестры. В сообщении писалось, что их мать анарка ждет в гости вечером на обсуждение по поводу дальнейшей судьбы ее детей. Лука проснулся тоже. «Что такое, милая?» «Твоя сестра пишет. Мама приглашает нас на семейный ужин», — дала ему телефон. «Сходим к ней в гости. Давно она нас не видела. Хочу ей с ней поговорить по поводу нас. Нам пора думать о семье и хотя бы свадьба обговорить». Поцеловал в губки. «Думаю, тоже надо проведать ее. Пусть главное не думает о плохом». Вечером Джулия, Канатаниэль, Лука и Маринет пришли в гости к маме. Анарка приняла гостей в свой дом. Была рада увидеть их снова. Рассевшиеся по местам семьи стали обсуждать о свадьбе. «Ну, когда ожидать свадьбу?» — спросила Анарка. «Ну, мы пока не планируем ее играть. Мы еще серьезно не подготовились к семейной жизни», — сказала Джулика. «А вы, молодые, по вам вижу, что уже более созревшими. Подумайте о детях, нежели о свадьбе», —
повернулась к сыне и будущей снахе. «Мы вот и думаем, что сыграем свадьбу через месяц. Как раз ее брат с тетей в это время приедут, чтобы навестить свою родную племянницу», — улыбнулся Лука. «И мы желаем сыграть свадьбу только в кругу семьи и близких друзей. Может, сыграем нормально, большой?» «Нет, мадам Куфена, мы не хотим тратиться. Плюс многие уехали по учебе и по работе. Поэтому сыграем мы так небольшой в кругу родных и близких людей», — сказала Маринет. «Будет приятно для нас всех», — согласилась Джулека. «Да вот, собираемся сыграть свадьбу здесь медовый месяц. Хотим провести на краю страны родины ее мамы в Китае и побывать в долине четырех рек», — добавила еще Лука. «Зачем вы туда едете?» — спросила Анарка. «Но мы должны навестить мою бабушку. Мы с ней давно не виделись, только по видеозвонку», — ответила Маринет. «Но если так, общайтесь. Зачем ехать?» — не понимала женщина. «Мам, ее бабушка приболела. До года уже не идти. Сама не сможет приехать, а наше место и климат только ее простудит. Хоть съездим, навестим и посмотрим на эту сторону, хоть и в небольших местах. И сам не против ехать». Лука поддерживал свою невесту. «Какие глупые! Деньги на свадьбу не желаете тратить!» «Мам, это более серьезно. У нее нет родителей, но бабушку надо проведать. И мы все подготовили». Лука взяла руки своей невесты. «Ведь мое сердце, моей невесты, неспокойно, чем все это. Мы решили поехать туда. По другим странам и местам еще успеем поездить. Моя бабушка сказала, что, возможно, не встретит правнуков. Я понимаю ее, но увидеть нас она хочет», — и прислонилась к жениху Маринет. «Мам, пусть едут. Все равно потом будут сидеть в этом городе», — поддержала их Джулика. «А мы потом сами будем по стране ездить», — улыбнулась немного. Анарка замолчала. Лука обняла одной рукой Маринет и тихо прошептал: «Если будет продолжать влезать в нашу жизнь, я ее не пущу на свадьбу. Не говори так о своей маме. Просто она не хочет расставаться. Но это уже нам решать. Время от времени все равно многие разъезжаются», — покачала головой Маринет. Молодежь заночевала на яхте. Вот а Маринетта что-то напрягала. Она не знала, что ждало уже сегодня, но у нее на душе было напряжение. Одевшись, вышла на палубу и прислушалась к тишине. Тики сама подлетела к подруге. «Что-то не так?» — спросила Квами. «Меня что-то тревожит. И явно, что не Акума же, а что-то другое. Ну что?» — осматривалась девушка. Вдруг послышалась шелест крыльев. Джулека тоже вышла на палубу. «Что такое?» — поинтересовалась Куфена. Вдруг появились красные акумы. «Опять?» — перепугались все девочки, но им пришлось убрать сразу свой страх перед ними. Красные акумы пока их не заметили. Маринетта стала звонить друзьям, кто был в городе Париж. Друзей было уже мало, но их заставило приготовиться к атаке красных акум. Алекса не ожидала такого начала будний день. Шестеро друзей собрались возле Эйфелевой башни. Не было видно самого злодея. Друзьям было неприятно, что с утра появились эти акумы, особенно красные. «Получается, что бражница вернулась?» — хотела понять Аля. «Возможно, кто-то вместо нее вернулся с этим талисманом». Сам Эдриан был в шоке от этих новостей. «Нам надо дать отпор, пока...» — хотел Нина сказать, пока не послышался снова шелест. «Нина, барьер!» — скомандовала Маринет. Нина превратился сразу в карапаса и создал барьер. Прежде чем друзья стали обговаривать, Маринетта накормила маленьких друзей энергичными печеньями на 2 часа, чтобы продержаться немного дольше. «Что происходит? Почему их много и где злодей?» — не понимала Джулека. «Ребята, мне это совсем не нравится», — осматривалась по сторонам Аля. «Здесь их становится очень много.
Даже не умещается. Почему? Это я не видела уже дорогу и мир. Наверное, они не могут улететь из города, пока бражница здесь. Будем пока так считать. Что происходит? Хотела понять Маринет. Если только не повредился до конца нагрузки, сам поврежденный талисман. Без крыла. Все вошло из-под контроля, сказала Тики. Значит, мы должны искать саму злодейку, пока она не умерла от этой нагрузки. Со стал принюхиваться. Друзьям пришлось тоже стать героями. Рена Руша создала клонов Карапасов, и те создали барьеры. Друзья бежали по туннелю. Сам Карапас бежал с ними. Красная Акума пытались пробиться через барьер. Но сами барьеры сужались из-за количества этих бабочек. «Вон нам!» — крикнул Сасу, увидев исходящий луч от талисмана и злодейки. «Надо ее спасти, пока она не погибла!» Двинулась вперед Леди Баг, но Акума окружили свою хозяйку. Был ошарашен кот Нуар. «Ребят, надо отвлечь этих сторожей!» — поняла Рена Руш. «Карапас, большой барьер!» — скомандовала снова Леди Баг, но не вышла из-за луча талисмана. Друзьям пришлось пойти на крайний шаг. Они стали сражаться акумами, чтобы Леди Баг освободила злодейку от талисмана. Касаться было горячо, но пришлось идти на это, чтобы спасти город от нашествия красных акум. Но красные акумы атаковали всю шестерку. Карапас воссоздал снова барьер. Но Рена Руш оказалась вне барьера и была скрыта акумами. «Рена Руш!» — крикнул ей Карапас. Он перепугался за свою девушку. «Вы за это ответите!» Парень стал бить акума своим щитом. Друзья снова пошли в бой. Их талисманы стали терять силы. Леди Баг риска вырвала в брошь талисман, а акумы замертво попадали на землю. А возле женщины стояла большая шкатулка. Карапас подбежал к Рене Руже и обнял ее. Побоялся за нее, когда она исчезла среди акум. «Эй, это не Лила! А где она сама?» — оглянулся по сторонам кот Нуар. Леди Баг взяла в руки брошь и шкатулку. «Осмотрим их у меня дома. Все равно нам лучше держать это в секрете подальше от посторонних глаз». Направилась к своему дому девушка. «Мне и правда все не нравится, что сегодня произошло», — держал на руках свою девушку Карапас. «Идемте, пока у нас энергия не кончилась». Вперед он поспешил прочь. В комнате друзья рассматривали шкатулку. Тики и Плака не понимали, что перед ними точно стоит. Маринетта нажала на кнопку. В шкатулке что-то зазвенело легонько, стало открываться. И перед всеми предстали еще талисманы. «Да вы издеваетесь?» — удивился Вайс. «Не ты один. Я думала, что мы самые единственные к вам. А тут Трикса осматривала многих талисманов». Маринет присмотрелась к макушке шкатулки. «Я думаю, что та часть, что у нас в руках, это и есть основная часть всей шкатулки», — поняла Дёпетша. «Я с вами свихнусь скоро», — не хотела об этом понимать Эйден. Ликс подсоединила ту шкатулку, и та полностью зазвенела, а механизм воссоединился с той потерянной частью. Друзья были удивлены, что большая шкатулка умещала многих талисманов. «Да... Ну и как мы спрячем эту шкатулку?» — хотела понять Алекс. «Ее не так просто защитить от всего, что будет происходить вокруг нас». Перед друзьями предстал к вами птица, похожая на сову. «Я Охо, хранитель шкатулки. Мы давно потеряли связь с нашими друзьями, но мы теперь перед вами в долгу. Я буду помогать вам охранять нашу шкатулку. Но вы должны дать клятву, что никто не возьмет из вас и не оставит себе. Когда надумаете, вернуть нас домой в пещеру в горах Гималаях». «А почему вы отсоединились?» — поинтересовалась Маринет. «Грозила опасность, и здесь уже не со стороны бражницы, а Майоры. Я вижу, что талисман мотылька поврежден, но это не означает, что талисман еще не слаб. Мы уже ощутили всю эту мощь, Уху», —
— сказала Аля. Талисман мотылька восстановился и уложился на свое место в шкатулке. «А теперь вы можете со мной общаться, и я вам помогу, как смогу!» Исчез кроме сова. Друзья переглянулись друг на друга, были удивлены, что все-таки нашли недостающую часть большой шкатулки. Если вам понравилась эта история, подпишитесь и не забудьте поставить лайк и колокольчик. Ведь это всегда интересно будет, если продолжать слушать новые истории и новые приключения.